И всем привет, дорогие друзья, Костик попал на связи. И сегодня, ребята, я вам расскажу, когда будет Бисмос. И именно, в общем, сегодня я вам покажу видеофрагмент одного ютубера, который снимал нам, в принципе, который вообще общается с Сонетом. А также, как вы помните, у нас должна была выходить трейд-обнова, и она вышла после того, как данный ютубер выложил буквально видео. И буквально прошло около недели, и у нас вышло действительно трейд-обновление. И, чтобы вы понимали, этот ютубер поддерживает связь с Анетом, чтобы вы понимали, очень часто. Также Анет ему дает доступ к своему, в принципе, серверу, который он разрабатывает. То есть там, где Анет разрабатывает симулятор пчеловода, у данного ютубера есть доступ. И сегодня я вам продемонстрирую, что было буквально 2 дня назад у него на канале. Так что видео максимально интересно. Так что не забудь поставить лайк, также подписаться на канал с колокольчиком. Ну, также давайте поставим над этим видеороликом, лайков 273. Как только наберем это значение, так сразу пускаем новое топовое видео. Спасибо всем, кто поддерживает. Ребята, мы приступаем к видосику. До сих пор не знаешь, где купить топовый аккаунт в симуляторе пчеловода, так еще и с большим количеством робоксов на балансе, тогда я вам расскажу о группе BizFarm Продажа. Эта группа работает уже 4 года на рынке, а также я тебе лично отвечаю, что это самая классная и крутая группа по продажам. Лично сам покупал у них много раз аккаунты и оставался довольным. Так что переходи к ним по ссылочке в описании, а также я тебе оставлю ссылочку на ник в закрепленном комментарии. Это BizFarm Продажа. Она такая одна. В общем, ребят, сегодня я хочу вам действительно показать это видео и показать, чтобы больше не было никаких вопросов. И я думаю так, то что Бисмос обновление у нас по-любому будет в феврале. Скорее всего, через пару дней у нас возможен будет Бисмос. Но говорю, опять же, это не точно. Я не разработчик игры. И прям предугадать время и сказать точное время я никогда вам не смогу, поскольку я не являюсь разработчиком данной игры. Конечно, игра прям очень классная. Был бы вообще рад быть разработчиком, но я в этом мало что понимаю. Да и, в общем, точного числа я вам не могу сказать, но я вам могу показать и предугадать, что, в принципе, возможно у нас будет. Через пару дней, но это опять же не точно, ребят. Да, многие пишут, что 23 февраля это, в принципе, день отечества в России, в принципе, в РФ, да, но, да, это так, но Анет это не отменяет того, то, что это наш праздник, ребята, кто проживает, конечно, на территории России, также этот праздник тоже относится к Украине, но, опять же, я не хочу опять какую-то развозню тут устраивать, я просто хочу вам продемонстрировать этот фрагмент. Так что погнали, посмотрим этот фрагмент. Сегодня мы, конечно же, вернемся к симулятору пчелиного роя. И сегодня мы поговорим о том, чего, по моему мнению, мы можем ожидать от обновления Бисмос. Теперь я знаю, о чем ты думаешь. Ты думаешь о Джеймсе, почему на твоей карте такой снежный покров? Ха-ха-ха, ведь пчелы, должно быть, прилетают пораньше? Вроде того. На самом деле нет. Все должно быть открыто. И очень медленно, через 3, через 2, через 1. Завладей могущественным ульем. Посмотри на это, ребята. У тебя второй уровень и дерзкий третий уровень. Посмотри на это и поприветствуй всех, кто вернулся. Надеюсь, у вас, ребята и девочки, все отлично получается. Теперь да, Бисмос. По иронии судьбы, в этом году мы ближе всех подошли к Бисмосу. Это внутри тестового мира, он it's super secret. И по сути, этот мир был обновлен 4 февраля, то есть пару недель назад, в тему Бисмос. Итак, ребят, вы посмотрели данный фрагмент. Как вы понимаете, в принципе, Джеймс это самый популярный американский ютубер по симулятору пчеловоду. Он, в принципе, показал Бисмос. Видео его называется «Вот что мы должны, в принципе, видеть на данный момент в симуляторе пчеловода». Но, как вы понимаете, Бисмос праздника нет. И что хочет сказать нам Джеймс? О том, то, что Бисмос, скорее всего, раз Джеймс выложил данное видео, значит, у нас в этом месяце прям 100% будет Бисмос. И также, как вы понимаете, Бисмос уже готов, и этот Бисмос был уже загружен 4 февраля на сервер Анета, закрытый сервер. Значит, Бисмос обновление у нас уже готово. Я так понимаю, Анет хочет в это Бисмос обновление еще всунуть само по себе трейд обновление и, в принципе, выпускать это все на наш основной сервер. Так что просто ждем, ребят. Надеюсь, видео вам понравилось. Также обязательно расскажи об этом видео своему другу, также тому, кому не сложно, порекомендуйте это видео в каких-нибудь Roblox сообществах, допустим, в Телеграме или в Дискорде каких-нибудь Roblox сообществ.
что не забывайте, что вы этим мне очень сильно помогаете, и я очень сильно мотивируюсь. В общем, опять же, еще хотел ответить на пару вопросов, которые мне задают очень большое количество моих подписчиков. Да, ребят, какой будет ролик? В общем, сначала, либо, смотрите, завтра точно будет ролик, либо красная, в принципе, про красную пыльцу, как собрать, в принципе, улей, либо про белую. Обязательно все будет. Сегодня выпустил такой ролик, поскольку просто неимоверно какое большое количество этих комментариев по поводу бисмоса. Надеюсь, вы на данном видео все поняли, я вам продемонстрировал, что да как. Ну и, в принципе, просто ждем. Просто ждем, не теряем надежду. Кто потерял надежду, то, ребят, пожалуйста, возобновите свою, в принципе, надежду. Ну и просто ожидаем. Лично я сам тоже очень жду этого бисмос-праздника, и у меня просто мало просто осталось той вероятности, что бисмос-праздник может быть. Поэтому как-то вот так вот, так что на все эти обиды нужно немножечко закрывать глаза и просто надеяться. Этот месяц, это последний месяц, в котором может быть бисмос. В общем, кто не шарит, февраль — это вообще считался для бисмоса последний месяц. То есть, если бы у нас сейчас проходил бисмос обновление, то февраль — это был бы последним месяцем. То есть, конец февраля — это был бы по факту у нас конец бисмоса. Ну и мы можем ожидать просто бисмос. Конечно, бисмос будет до лета, если его в этом месяце выпустят. А в этом месяце, если не выходит бисмос, значит, бисмос вообще в этом году мы можем даже не ожидать, а уже в следующем. Поэтому как-то так, ребят. Все, спасибо огромное всем за просмотр. Оставайся добрым, будь мудрым. Ну а завтра увидимся на новом топовом ролике. Все, ребят, сегодня прям обещаю то, что завтра будет про улья видосик, потому что сегодня, опять же, ответ на комментарии, которые мне постоянно задают и просят: Костя, дай пруфы насчет бисмоса. Опять же, сегодня все вам показал. Ну и, в принципе, других пока пруфов никаких нет. Если появится, обязательно засниму. Но на данный момент больше никаких пруфов нет. Так что все, всем до завтра. Всех жду, в принципе, завтра на новом видосике. На связи был Костян. Оставайся добрым, будь мудрым. Ну и всем до завтра, ребят. Не прощаемся.